Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Tower Conquest. Моментально отправляемся на нашу тренировку. Забираем отсюда команду и опять же отправляем ее качаться дальше на арене. Так, 18 жнецов. И плюс ко всему... О, вот так вот. Так, новая стартовая позиция, бронза. Ой, крипту дают. Крипт — это фигня, ребят, нафиг она нам нужна. Ой, я какую команду взял? Ауч. А, не, все нормально. Все нормально. Стандартная моя команда. А знаешь, что я хотел проверить? Блин, не получится уже. Не получится, я хотел, думал, вызвать ползуна и проверить, сможет ли он. Вот, достаточно будет ползуна одного? Да и ядрен матрен, ну... Мне кажется, он бы все-таки ползун с него смог бы разнести ему базу с одного взрыва. Ежедневное испытание. Оу, жнец, ребятушки, жнец разыгрывается. А ну-ка, сколько нам там не хватает-то? Слушай, ну совсем немножко, буквально 170 карточек. 170 карточек, это считай вообще ничто, ни о чем. Что взять-то? Давай, наверное, так вот сделаем. Так. 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 И вот так, наверное. Поехали. Слушай, по-моему, у нас в прошлый раз то же самое событие было. Или я что-то путаю? Да нет, по-моему, то же самое. Сейчас же пойдет паладин, вот эта вся ерунда, да? Ну да. Не успела, не успела. Так, на всякий случай. Да, все понятно, короче. Они даже сопротивляться не стали. Просто замок в хлам разнесли. Ну вот, 23 карточки мы уже получаем на жнеца. Соберите свой отряд. Да, то же самый отряд будет. Я даже ничего не буду, ребята, здесь изобретать нового. Призрака? Призрака нет смысла выпускать, потому что, ребят, не так много противников выходит, а ради одного паладина, чтобы он его мурыжил, он его, во-первых, будет до посинения бомбить. Мне с таким успехом выгоднее выставить вот этого зомби, чтобы он его, по крайней мере, хотя бы отвлекал. Вот. Так, опять этот дудлик начинает там стучать, блин. Это 11 часов дня, ребят, он уже начинает там, блин, калашматить, придурок этот. Соседушка сверху, блин. Достал, вот серьезно тебе говорю. Просто заколебал уже. Каждый божий день. Идиота, кусок идиота просто-напросто. Бесит вот, ребят. Ни свет, ни заря, блин, начинает бомбить. И до позднего вечера. Я уже не знаю, что делать, блин. Уж башка просто пухнет от него, блин. Так, что-то я не то. Подожди, а... Погоди, фу, я уже испугался, думал, что сундук прозевакал. Так, ну что, еще, как говорится, 13 карточек получили. И последний, поединок у нас. Давай так, ну, старая комбинация будет у нас. Ничего я тут менять не буду. Так, начнем потихонечку, да? Зомби побежал. Паладин его. Ну, быстро его, конечно, паладин уничтожит. Плюс еще, когда тут выходит лучница. Вот.
Иди ты, паладин, еще куда-нибудь, знаешь. Встал он там. Есть. Ну что, мы прошли. Прошли это событие, получили все карточки. Жнец скоро у нас прокачается, судя по всему. Так, мы еще квест выполнили. Вот так вот. Ну что, теперь стандартная наша арена. Ага. Все, я понял. Мы, значит, скоро перейдем в следующий портал. Давай, наверное, вот эту команду возьмем для начала. Дорогущая команда, конечно, тут ничего не скажешь. Нет, вру, ребят, это не дорогущая. Тут дорогущий только лишь жнец. А в остальном команда довольно дешевая. Так, тихо. Давай там сверлякой бомби, что хочешь делай. Корни. Вообще нормально. Вы издеваетесь, да? Ну, жнец, ой, жнец этот. Как его звать-то, я уже забыл. Короче, служитель тьмы здесь нормально разрулил. Подсобил, так сказать, моим бойцам. Ты посмотри, сколько он выпускает жнецов. Фу ты, жнецов, джаггернаутов. Офигеть, у него такой быстрый откат происходит. У меня такого почему-то нету. Я одного жнеца выпустил. Мне надо ждать прилично, чтобы у меня произошел откат. А он одного за другим высылает. Так, расстояние чуть-чуть подлиннее стало. Но здесь у него толкатель есть. Ну, толкатель... Ну, что еще за зависание? Толкатель, кстати... Эй-эй-эй, не надо тут лупить. Толкатель, кстати, очень слаб против молотильщика. Вот и он явился, блин, не запылился. Стоило только о нем вспомнить. Тут как тут, пришел. Корни. Еще одного голема позовем. БФГшку сюда же. Да-да-да, бесевый толкатель. Ну, служитель тьмы нормально. Перекачкой занимается, все нормально у нас. Восстанавливаем хпшечки нашему голему. Еще и ускоряха выпала. Ну давай, прожимай этого супостата. Одного завалим, другой выходит. С горем пополам все-таки разбомбили. Но это еще не конец. Так, робот с ракетой. Ракетный бот. Да, он любит. Вот он как раз-то на служителя тьмы и будет целиться. Это я тебе точно скажу. Именно на него он и будет метить. Так, стоп. Вышел. БФГшка, ребят, нам помогла сейчас очень сильно. Она вырубила. Нормально. Вот это я понимаю. Сыграли. На нервах. Ну давай там, разносите их всех. Вообще прекрасно. Лучше и быть не могло.
Такой старый воин только вышел, и все, мы уже забомбили ему замок. Предпоследний этап. А здесь у нас... Блин, вот это фигово. Вот это вот плохо, что он здесь. Он будет притягивать. Но есть только молотильщик нам поможет в этом деле. Или же выпустить быстренько нашего старого воина. Вот успеем ли мы? По идее, должны. Никаких не должно быть с этим проблем. Бамс. А если мы еще с тобой вот так вот сделаем, то это вообще будет топ. Ах ты, он, смотри, кого начал служителя подтягивать. Просто одного за другим. На, Джиггернаут. А кто... все, я понял. Ты не толкай, уничтожил мне, да? Служители тьмы. Да все, хана ему тут. Ну, началось. Так, друзья, ну что, смотрим. У нас последний здесь поединок. Да я, в принципе, думаю, мы отыграть можем. Даже этой командой. Тут ядерный робот у нас, босс. Можно, в принципе, сделать так, чтобы он не прошел мимо нас. Бесявый, конечно, Джаггер. Вот сразу он выпускает Джаггернаута, и это прям вымораживает меня. Будем отбиваться, как можем. Так, хорош. Сейчас сразу же выпускаем деда. Блин, ну этот тут еще явился, не запылился. И сразу на БФГшку, прикинь. Давай, давай, родные мои. На, по башке. Ага, оглушает он. Ну и где этот ядерный робот? Тупо не вышел, да? Вот он. Он только появился и сразу отдуплился. Нормально. Так, ну что, забираем здесь сундук робота. Ничего тут такого сверхвыдающего не... Воу! 15 карточек на друидку. На Суню-кун. Вообще шикарно. 220-й портал, ребята. Значит так, территория захватчиков. Дальше идет у нас долина подданных. Нежить идет. Нефритовая долина. И опять же захватчики, ребят. Две локации будут по захватчикам у нас. Сейчас хочу глянуть. Нет, ничего не... Может быть, Суню-кун у нас там прокачаться может. Нифига подобного. Ну что, территория захватчиков. А, здесь энергии больше не осталось. Блин, опять этот хмырь здесь, а? Да-да, бородавочник, ребят. Не, ну, тут-то можно вот так сделать. Перебить, скажем. А вот что с бородавочником делать? Через паладина его только, если пропускать. Блин, ну он мощный, он даже паладина, ребята, будет сносить. Не сказать, что в легкую, но быстро. Смотри. Просто полюбуйся, что он творит. Давай тыкуголового сюда еще позовем. Во-во-во-во, начинает, смотри. Начинает дурковать опять.
Но вроде бы все нормально. Шикарно. Ничего он здесь не успел сделать. И мы его как раз грузанули по полной программе. Второй этап. Здесь прибавляется жаба с пушкой, то есть с заморозкой, да? Но опять же нужно контролировать именно ползуна. Или ползуна здесь нет? Не, по-моему, был. Вот кто у нас тут. Ать! А ты заметил, что щитобот без защиты ватник? Без щита своего. Ты видел, да? Что его быстро вообще разбирают. Чего ты там? Испугался? Готов. Я еще одного паладина вызову на всякий случай. Так, у нас очень много денег. Нам можно, в принципе, кого-нибудь прокачать до сотки. Как вариант. Продолжить. Давай-ка я посмотрю, кого можно прокачать до сотки у нас. Сотый, сотый, сотый. Тут практически все сотого уровня. Здесь что у нас происходит? Здесь тоже сотый уровень у всех. Да вы серьезно, что ли? Везде сотка? Нет, вот. Здесь не соточка. Отлично. Максималка. Такс. Но у нас только боссы, получается, не прокачанные, да? Боссы и замки. Остальные, в принципе, все прокачаны. Да, было много золота и не осталось ни шиша. И все ушло в прокачку. Ну что, поехали. Ползун, воблер и опять же бородавочник. Ползун, воблер. Ну что, здесь, наверное, выпускаем щитобота в первую очередь. А он бородавочника сейчас, наверное, вызовет. Ну, конечно же. Тут еще и воблер сразу пошел. Офигеть. А давай вот так вот сделаем. И всех сразу скопом разнесли. Прекрасно. На, воблер, получай по шее. Так ему, нечего на него любоваться. Ну и все. Сейчас просто запинуем возле стеночки их. Что у нас тут? И заморозка, и что только не вылетает. И ураганы. Все для нас. Бери, как говорится, и пользуйся. Предпоследний этап. А у него что, друидка? Да нет, какая тут друидка? У него не может быть друидки. Друидка это вот у меня. Ой! Так опасно делать. Можно получить повреждение. Жаба с молотом вышла. Че ты круголовый? Пускай выходит. Бородавочник опять там. Опять разбег. Офигеть, всех просто взял, откинул. Нормально мы тут разбомбили.
Думаю, друидку может позвать или не стоит? Да, давай просто так для понта ее вызовем. Не обязательно, конечно, было бы вызывать, но все-таки пускай будет. Друидка, ты могла бы красный тотем поставить сюда. Вот. Красный тотем, он наносит урон, поэтому замок быстрее будет разрушаться. Ну что, вот и последний этап. Так, у нас здесь смотритель. Смотритель. Надо быть с ним аккуратнее, конечно. Так, первый пошел. Пошел. Я попробую сейчас на друидку накопить. И вызвать ее. Сразу же и пойдут у нас дела в гору. Ну где ты там? Еле-еле идешь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Смотрите. Побежал тут бородавочник. Нормально. А вот, ребята, и смотритель собственной персоны. Вышел, явился, не запалился. Сейчас начнет чудить. Все, да кукарекался парень. Что там происходит, не могу понять. Куча мала какая-то. Все, тут победа безговорочная причем. Разносим в хлам. Даже смотритель не помог им. Давай сюда сундук свой. Ерунда полная. Так, долина подданных. Крестьянин плюс паладин. Крестьянин плюс паладин. Ну, в принципе, да, этот отряд может показать, на что он способен. Тут есть фехтовальщик. Вот такой вот хоба, который рубашит всех налево и направо. Плюс джиггернаут. Подспорье, так сказать, паладину. Причем, если мы еще сейчас ниндзю вызовем, то это вообще будет топ. А если еще вот так вот сделаем? Ой, вообще красота. Да все, все, все. Потерял он преимущество свое. Просто потерял он свое преимущество. Нормально. Я даже карточку на замок получил. Второй этап. Ну, тут, понятное дело, копейщица. Ну, даже можно сказать грубо, ничего не изменилось. Она тут вообще никак ход игры на свою сторону не перетянет. Мы как бомбили их, так и будем бомбить. Он сделал вот так вот, а мы сделаем тогда вот так. Но опять же... Опять же, нам желательно бы ниндзю позвать. Мы и так вот сделаем еще. Ага. Джиггернаут, выходи. Ну и все. Мы уже возле замка. Мы уже его бомбим. Прекрасно. Следующий поединок, третий. Вот тут уже немножко похуже, потому что грифон.
Против Грифона у меня только лишь один персонаж есть, который может противостоять. Это ниндзя. Ну куда ты, куда ты, куда ты бежишь-то? Ахламон. Ахламон, Ахламонович, куда-то бежит там, непонятно. Ай. Против паладина это... Это не прокатит. Просто с удара взял и вырубил. Давай, Джиггернаут, держись. А мы вот так сделаем тебе в помощь. Сейчас Грифона позовет, скорее всего. Ну, конечно, куда же он без Грифона-то, без своего? Ну, понятно, конечно. Яростный удар Феникса забомбашил мою ниндзю. Но все равно топово прошли. Предпоследний этап. Тебя умоляю. Вообще, если посмотреть, ребят, мне кажется, как вот у подданных, по-моему, самый сильный это паладин. Все, больше там никого нету. Даже босс, вот этот, который у них там епископ, полная чушь. Просто полнейшая ерунда. Крестьянин бежит, бежит. На тебе подарочек. Куда вы там все радостно встали? Конечно же, в тюрьму их всех. В клетку. Один за другим там просто головы летят. Вот и все. Две ниндзя сейчас будут тут свое дело бравое делать. До свидания. Ну что, у нас последний поединок на этой территории. И у меня осталась только топовая команда. Только что в этой топовой команде делает радиоактивный... да, взрывной зомби камикадзе, я не пойму. Зачем он тут мне нужен? Ну что, Ронин, пора, друг. Не, давай, наверное, вот так все-таки сделаем. О, молодец, красавчик, Ронин. Тыч! Половину здоровья сразу уносит. Смотри. Красавчик. Успел он все-таки паладиныча вальнуть. Успел. Вот гаденыш, а? Ты посмотри. Все-таки успел, да? Мою чумнуху вальнуть. Но это его не спасло. Забираем. А епископ даже не вышел, кстати. Даже не выглянул. А вот у нас территория нежити. Голем плюс чумная мышь, да, здесь? Ну, я думаю, выбор очевиден. Вот это вот считается, ребята, один из топовых бойцов. Почему? Потому что он очень универсальный. Он с этим отражением, которое может стать, вообще... крут, просто крут. Плюс, когда еще тут Ронин стоит, прикрывает. Вообще, на изи. Всех ушатываем, всех. Даже глазом моргнуть не успели, как мы уже победили. Так, переходим на второй этап. Призрак. Слушай, а вот призрак у нас через отражение умирает или нет? По-моему, умирает. То есть, если моя персонажечка врубит отражение, то, по идее, призрак должен погибнуть. По идее. Бам! Он успел, ребята, дойти из зомби камикадзе и взорваться. Хотя у него потихоньку отнималось здоровье.
Потому что его призрак траванул. Круто. Сейчас накопим. Выходи. Сразу же, вот как выходит, лучше пускать Ронина. Тем более, когда он вот так делает. Просто вырубил. Да, он потом, конечно, вырывается вперед, что не есть хорошо. Он, кого он там, служителя тьмы успел призвать? Он успел призвать, но, по-моему, тот даже не успел воспользоваться. Мы его сразу там заколбасили. Ага. Вот некро это будет похуже. Вообще против некро очень топово рулит чумная мышь. Она просто разносит и некро, и эти черепки, которые выкидываются. Колобки, черепки. Вот он ее первый вызвал. Так, я знаю, что сейчас попробую сделать. Блин, ну нафиг это-то? Нафига ты чумнуху-то позвал? Сейчас начнется. Да что там так долго-то? Ага, наказали. Как же долго-то, посмотри. Так, у нас заморозка, все. Заморозка даже не понадобилась. Последний этап. Последний этап, подожди. Блин, ребята, последний этап. Вот никак нам. Нет, есть. Ё-моё, это я должен вот этой командой. Вот этой командой здесь как-то разрулить. Против дедушки жнец, ой, дедушки воина старого. Это вообще реально? Ну, против Джиггернаута, ладно. Ну, понятно, что тут надо будет ниндзю сразу еще выставлять. Ну, нет, блин. Да, начинается, ребят, начинается. Ой-о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 й, что сейчас будет, ребята? По-моему, фейл сейчас будет. Клетка! Есть! Есть, ребятушки! Чумнуху, блин, валите! Чтобы клетку она не отпустила. Фу, они погибли, ребят. Ты посмотри, две некро, что вытворяют там? Ты посмотри! Вы издеваетесь, что ли, сейчас? Не могу понять. Ты посмотри, что они сделали. Они не дают, ребята, мне вообще ни шанса просто. Просто вот эти две некро, которые там стоят, они не дают мне ничего сделать. Плюс две чумнухи. Все, фейл по времени. Прикинь? Вот это да, блин. Вот эти две чмырдяйки, блин, просто мне ничего не дали сделать. Вот ублюдки, а.
Ты посмотри, просто что происходит? Твою налево, а? Да. Они даже клетки сносят моментально. Три некро, все это, ребят, фейл. Да. Хороший конец игры. Просто бесполезный хлам. Ну, я имею в виду именно для этого, именно для этого поединка. Так, а ну-ка давай-ка. У нас откат, ребят, произошел. Ох, сейчас повеселимся. У меня здесь молотильщик. Ох, сейчас будет весело. Сейчас мы будем смотреть. У меня здесь не только молотильщик, у меня здесь еще и БФГшечки. Блин. Ну и чё? Давай еще БФГшку позовем. Ага. Все? Да выделывался, хмырь болотный. Стоял там сзади, молотильщик, красавчик. Просто своей пилой ему звезданул промеж глаз. Сейчас у меня тоже дедушка подойдет, можете не волноваться. Сейчас. Сейчас мы тебя устроим здесь. Дед, фиг ли ты, блин, подставляешься? Ну чё, а? Выкусили? Ушлепки несчастные. Привыкли обижать маленьких. Фу, ребята, отомстили мы за нашу команду, за наш прошлый бой. Все у нас получилось. Давай сюда сундук. Фигня, конечно, но неважно. И вот, ребята, у нас нефритовая долина. Так, есть где-нибудь энергия? Нету. Нету энергии, ребята, и поэтому я буду заканчивать эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.